Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня продолжаем тему зимних мормышек. Также можно и летом на них ловить. Сегодня вот будем делать с вами на окуня. Крючок номер 12. Длина отсюда до сюда составляет его 12 миллиметров. Нить беру я розовую. Вот взял такое перышко. От него отрываем так вот, сколько вам не жалко. Для хвостика примеряем. Ну, думаю, вот так вот хватит. И сюда фиксируем. Лишнее сразу уберу. Все, лишнее убрали. Зафиксировали. Взял вот такой вот от дождика. Продается сейчас все в пятерочке. Покупайте, пока не разобрали. Да, сразу бы хотелось сказать, подписывайтесь, ребят, на канал обязательно. Сейчас остановите видео, подпишитесь. Также один человек, не знаю, наверное, ребенок, попросил закрепить его комментарий здесь, на моем видео, на видео. Так что по просьбе трудящихся вверху будет ссылочка. Не ссылочка, а его комментарий. Теперь вот такая пленочка у меня есть. Пленочку можно будет... В описании не оставлю. Блин, сразу выложу. Ну, кому будет интересно, напишите мне комментарий, то я тогда ссылочку скину. Крепим ее тоже сюда. Закрепили. Посмотрели. Еще можно пару оборотиков. Ну вот так. Момент. Такой даббинг у меня есть. Беру сейчас красный даббинг. Как делать даббинг или купить? Если купить, ссылочки есть в описании. Покупаю все на AliExpress. А как сделать, видео есть у меня тоже на канале. Чтобы не покупать. Да, еще у моего друга, хотел сказать, у Вовки скоро 500 подписчиков будет на канале сокращенное ММП. Ссылочку оставлю в описании. Там «Мормышки, мушки, покапушки» называется канал. 500 подписчиков и будет розыгрыш у него. Призы достойные, я уже знаю. Так что подписывайтесь, ребята, участвуйте дальше. Не знаю, когда, ну, по-моему, на вот этой неделе или когда он хочет там... А, на 500 подписчиков. Ну, надеюсь, если вы подпишетесь, то на этой неделе, что будет, уже будет у него 500 подписчиков. И сразу же разыграет розыгрыш. Так что вот так. Ну... У нас сегодня потеплело, 13 градусов. Я думал, уже лед станет, но лед так
пока и не собирается, как видно. Делал до этого видео, что-то у меня зеркалка, блин, не хочет ни один. Записал вроде видео, все начал выкладывать. Не видит этот формат. Ноутбук и все. Я уже каких только кодеков не... Пришлось, вот сейчас переписываю. Так, это сделали. Ага, сделали. Что же мы сделали? Вот тороплюсь. Ну, это летний вариант. Тогда делаю. А так вообще можно вот свинцовую проволочку раскатать и накрутить. Потом спрятать ее под нитку и сверху уже даббинг. Переламываем аккуратно эту пленочку. Короче, сегодня не мой день, как все. Переломали, посмотрели, лишнее отцапали. Пленочка вон она такая получается, переливается. Она вроде зеленая, но с красным, вот сейчас увидите, она такая фиолетового цвета. Ну и начинаем обматывать вот этим нашим дождиком. Можно леской, но дождик дает тоже свет от ультрафиолета. Так что, не знаю почему, как нам всем известно, рыба все, что светится ультрафиолетом, она на нее реагирует. Она и так реагирует, но в ультрафиолете ее как бы бесит, это подбешивает или что, не пойму. Все, сделали финишный узел, лес, нитку отрезали. Возьмем сейчас зажигалочку сразу, вот это ворсинки, чтобы они нам лишние не мешали. Это я закрашиваю головку черным цветом. Как всегда, у меня черные нитки, не доеду, не куплю, но подкрасим и не беда будет. Сразу берем гребеночку и расчесываем гребенку. Сейчас расскажу, человек тоже просил. Я, конечно, сделаю видео, но как я ее делал. Но тут ничего сложного нету. Сейчас я вам покажу. Так вот, сделали. Вот тут получается простые иголки. Купил разные иголки. Поотламывал их сколько. Это вот линейка. На ПВА приклеил, обмотал, склеил. Все, готово. Работает, не знаю, уже лет 5, наверное, работает. Так что вот так. Теперь берем УФ-клей. УФ-клей я пользуюсь фирмой «Спектр». Кто еще не знает, мне очень понравился. Наносим сюда УФ-клей. Сейчас мы его чуть-чуть на край добавим. И фиксируем. Кто не знает, что такое УФ-клей, УФ-клей – это гель. Он застывает от прямого солнечного луча или от ультрафиолета. Вообще средства придумали обалденные. Ну вот так у нас получается, вот. Видите, она вообще там переливается. Там еще вот этот дождик дает ей другой цвет, эффект. Можно любой, белый, какой хотите. Теперь также я вот заказал, у меня вот разных цветов. Это лак для ногтей. Заказывал
на Али Уфайлак. Ссылочки тоже оставлю в описании. Берем белый. И вот тут вот. Сделаем один глазик такой. И второй. Потом опять же берем наш фонарик. И глазки у нас готовы. Видите, вот как ультрафиолете светятся те полосочки. Вообще обалденно. Так что подписывайтесь на канал. Не забываем ставить лайки, дизлайки. Оставляем комментарии. До новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.